Приднестровье расширяет промышленное сотрудничество с Российской Федерацией. В Москве состоялась встреча министра экономического развития Приднестровской Молдавской Республики Дмитрия Балтрушко с заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации Александром Потаповым. Стороны обсудили перспективы развития двухстороннего промышленного взаимодействия. Кроме того, Дмитрий Балтрушко пригласил российских коллег принять участие в 4-м Приднестровском инвестиционно-экономическом форуме, который пройдет 19 и 20 мая в Тирасполе. Цель проекта – поиск путей развития республики в непростых экономических условиях, а также новых подходов в привлечении инвестиций из-за рубежа. В свою очередь, Приднестровье получило приглашение принять участие в международной промышленной выставке «Иннопром», которая пройдет с 11 по 14 июля в Екатеринбурге при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.